Хоккейный клуб «Лида» провел два матча экстралиги против Могилева, оба на выезде. В первой игре, состоявшейся в пятницу, победу одержали наши хоккеисты. Цифры на табло после финальной сирены зафиксировали счет 4-5. Шайбы уличан забросили Егор Алешин, Роман Еремейчик, Максим Якунин, Максим Карпов и Станислав Герасимов. Во втором матче в воскресенье Могилев взял реванш, крупно обыграв «Лиду» 4-0. Отметим, в турнирной таблице наша команда занимает 10-е место.